Алоха, Локомотив, мы возвращаемся на YouTube, и сегодня у нас баскетбольный челлендж против команды из юности. Помогут нам в этом замечательные девочки Оля, Наташа и Алена. А от Локомотива у нас в качестве игроков сегодня Джеймс Даун, Ренат Тимербулатов и Нико Цирикидзе. Друзья, простые челленджи, штрафные удары, броски с трехочковой линии и выходы под кольцо. Надеемся, что получится интересно. Вы, как обычно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети всех участников данного видео. Ну а мы помчали. Друзья, ну а начинаем мы со штрафных, и первый у нас это Джейс. Let's go, my man, let's go. Поехали дальше, что ли? Нет. В смысле? Давай, давай, давай. Я срезал вообще. Один из трех. Майя, Майя, только начали. То, что он бросал, вообще не сердце, он под всем делает. Нормально, нормально. Мы ведем, мы ведем. Алексей, пошли. Мои броски попадают все в кадр, я все попал. Давай, Стрёх! Давай, Ника! А что, Ника? А сейчас только все. Сейчас, чили. А что было до этого? До этого было... Репетиция была. Уже жуличек. Смотри туда. Скажи, что нет. Так вы в гостях. Там Мордюков. Поехали. А ногами смотри. Нечестно. Ладно, торопись. Тихо, выдохни. Выдохни. Алексей, твой первый перезай. Давай. Вот так играть. Ваня, нас куда? Локомотив получает мне очередь по игре. Возвращаемся в игру. О, Ренат, давай. Общий счет по забитым мячам появился где-то вот здесь сейчас передо мной. Ну а мы переходим к следующему заданию. Это трехочковые броски из трех позиций. Поехали. Трехочковые броски. Дей, пошел. Есть. Алло, Настя? По очереди. Вторая точка, поехали. Вторая точка. Да, финальная третья точка, после чего мы переходим к броскам. Давай,
просто берешь и сразу. Ну куда передашь, Алёна? Наташа, мяч. Опа! Погоди! Давай! И! Финальное испытание. Bro, let's see. Once again. Thanks. I'll make sure I get this one. Let's go. Кольцо! Let's go! James, once again! Oh, you. No. Не подведи, пожалуйста. Все, иди. Конечно, не засняли его. Нико, ну я же просил! Самое сердце! Теперь я буду играть, получается, что? Прям блокшот. Вообще-то нет. Блокшот. Друзья, ну а пока наши участники играют между собой в стритбол, я хочу с вами попрощаться и попросить вас еще раз подписаться на все соцсети, которые находятся в описании, на девчонок, на пацанов, на клуб «Локомотив», на клуб «Юность». Обязательно все ссылки находятся внизу. Поставьте лайк, подпишитесь на все, что только возможно. Счет финальный, вот он появился перед вами. Огромное спасибо «Юности» за гостеприимный прием. С вами был Иван Непританский, «Локомотив». До скорой встречи. Wow.